всем привет. И сегодня у меня на распаковке планшет. Давно не заказывал планшеты у нас. И здесь у нас планшет Chewy Hi 8. 8-дюймовый планшет. Построен на базе процессора от Intel. 16 дней дошла посылка. $127. В принципе, это недорого. И на данный момент стоит на 20 рублей, по-моему, дешевле даже. Вот от этой вот цены. Давайте будем открывать. Здоровая такая упаковка, здесь должна быть еще клавиатура. Процессор у нас тут 4-ядерный, как я уже сказал, от Intel, Z3736, по-моему, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта здесь накопитель. Есть слот для карт памяти, так что можно, в принципе, еще расширить. Переходничок под наши розетки. Такого еще, кстати, не было ни разу. Довольно-таки хорошо сделанный. Вот эту стороночку. На клавиатуру придется букву самому наклеить, я так понимаю. Разрешение экрана здесь необычное. Чуть выше, чем Full HD, получается 1920 на 1200. И самое главное, что здесь установлены две операционные системы. Это у нас Windows 10. Я так понимаю, она уже стоит. Хотя там у продавца как-то написано странно так. И Android 4.4 здесь. Планшет этот я купил для своего старшего сына. Половину суммы, правда, он сам не дал из своих подаренных на день рождения денег. Остальное я добавил. Так. Да, ну то, что букву придется наклеивать, это, конечно, не очень хорошо. Так, ну давайте глянем клавиатуру для начала. Эта цена, кстати, вот это вот то, что было написано на упаковке, это цена вместе с клавиатурой получается. Прикольно такой на ощупь, как кожа. Такая кожа в перемешку с софт-тачем. Ну, прикольно так закрывается. Клавиатура здесь Bluetooth. То есть ее подсоединяете по воздуху, получается. Как-то она тут должна еще ставиться, по-моему, насколько я помню. Каким-то образом, не помню каким. А вот, ага. Она здесь убирается. Здесь, получается, какой-то магнит еще стоит. Да, она примагничивается, ребята. Прикольно. Она, получается, так вот сдвигается как-то. И вот так вот, по-моему, ставится что-то типа того. Ну, в общем, это потом попробуем. Так, ну давайте. Да, конечно, то, что наклеить, это быстро все, конечно, пообдирается. Ну. Надо будет посмотреть, у продавца, у него клавиатура там была с русскими буквами или там были наклейки, а то может еще можно с него деньги со спора вернуть. Так, ладно, не закрывается, сдвигать надо обратно. Так, эту стороночку. Так, ну давай открывайся. Здоровая коробка такая. Что-то с этой стороны держит. Так. Есть беленького цвета планшет. Как видите, я сказал вам, про разрешение необычное, да? 1920 на 1200. Логотип Windows, процессор вот написан какой, это название модели Hi 8. Ну и задняя поверхность такая, смотрите какого, не знаю, передаст ли камера фактуру. Вот так вот она видно, да? Такая, в пересеченной линии такие, как поцарапано как будто. Ну,
Довольно-таки он легенький. Металлическая окантовка есть здесь. Разъем микро-USB, разъем под наушники, камера. Эта камера, по-моему, 0,3 мегапикселя. Задняя камера 2 мегапикселя. Но толку от этих камер в планшетах, я вообще не знаю, для чего их сюда ставят. Ну, в принципе, за эту цену, что тут еще можно ожидать? Слот под микро-SD-карты. Так, ну давайте включим его. Пока будет включаться, проверим, что у нас в комплекте есть. Так. Комплект у нас. Здесь еще место по что-то. Почему-то сюда не положили эту штуку. Переходниками имею в виду. Большая зарядка, наверное, скорее всего, 2-амперная. Загружается, смотри, Windows сразу при запуске. Так, да, на 2 ампера зарядочка. Зарядочка. Что-то пиликает, что-то хочет от нас. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, наверное, кабель, что-то там еще есть. Ага, и OTG кабель еще есть. Это, видимо, идет от производителя уже. Кабель такой толстый, наверное, жестковатый, наверное, будет. Ну, нет, в принципе, он такой выглядит толстым, но он мягенький такой. Видите, такой вот. Ну, все равно какой-то немного грубовато, если честно. Так, ладно. Инструкция. Это, кстати, универсальная какая-то это. Здесь еще под скрепочку, вот смотри, место, видите, выдавлено. Бумажки. Таблет пад. Так, ладно, это нам не интересно. Давайте посмотрим планшет. Так, ну, наверное, давайте отберем вот эту штуку. Русского языка, смотри, где стоит китайский язык, походу, сразу. Так, это у нас пленочку отдираем. Здесь у нас получается наклеена пленочка уже. Ну, давай, что ты не нажимаешься-то? Что-то долго он соображает, как-то, если честно. Так, где-то здесь должно быть переключение. Здесь, смотрите, все по-русски написано. Так, ну это, я так понимаю, не Windows здесь и здесь. Сейчас зайти бы в настройки посмотреть. Все, уже забыл, где тут что смотреть надо. Параметры. Так, система. Так, режим планшета, экран уведомления действия о системе. Да нет, Windows 10, как видите, стоит. Intel Atom Z3736, как я сказал. 1,300 ГГц. Ну и в режиме Turbo он работает до 2,16 ГГц. Ну, если честно, не похоже. Не похоже на то, что у меня в компьютере стоит. Так, как переключать на Android, я не знаю, к сожалению, ребята.
Не знаю, думал, может при загрузке будет какой-то выбор. Тут ничего нету, как видите. А я точно не помню, как это делается. Так, ну вроде разобрался, как выйти на рабочий стол. Здесь просто нужно было выключить режим планшета, получается. Вот в этом вот месте нажимаете. Он получается вот как работает, как планшет. Ну, то есть, как если кто-то пользовался, допустим, Windows на смартфонах Nokia, там точно так же все реализовано, вся эта плитка вот на рабочем столе. Здесь выключаете, получается, у вас получается как на компьютере. То есть, вот, переключается очень просто между операционными системами. Вот эту штуку, как кликаете мышкой, допустим, два раза, и планшет у вас going to switch to another у вас получается. И он перезагружается, и сейчас загрузится Android. Так, ну вот загрузился у нас Android, довольно-таки долго все это происходит. Батарейка у нас уже подсела здесь. А здесь получается у нас в Android переключается таким вот образом. Вот вот switch, нажимаете, он перезагружается опять на Windows. Ну, в принципе, все довольно-таки просто. Батарея здесь, кстати, на 4000 мАч. Ну, могли бы, в принципе, поставить и побольше аккумулятор сюда. 8-дюймовый планшет. Ну и не такой уж он тоненький, в принципе. Могли бы побольше сюда батарею поставить. Ну, в принципе, на распаковку на этом я, наверное, закончу, ребята. Я повторюсь, это распаковка, а не обзор. Я жду ваших комментариев, что хотели услышать в обзоре. Обзор будет 100% на этот планшет. И в отличие от Чуи, который у меня был, VX8 3G, который... И он у меня был в прошлом году. Ну, не лежала у меня к нему душа, если честно. Поэтому он долго у меня валялся на полке. Я вот только недавно вот его продал. И продал по цене два раза ниже, чем покупал. Поэтому я не люблю планшеты на Windows. Ну, их никто не покупает. На Android гораздо проще планшет продать. Ну, поэтому здесь это я купил ребенку. Как бы здесь. Я думаю, что он Windows он пользоваться, скорее всего, не будет. Так что... Ждите, ребята, обзор. Всем пока. Ссылка на планшет будет в описании. Ставьте пальцы вверх. Если видео для вас было полезным, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока. Еще увидимся.